Во-первых, у меня болевой шок сейчас. Я просто в тени, что-то напекло. Эти люди в комментариях писали, что я инвалид, не умею футбол и вообще зря это все затеял. Но я, как настоящий спортсмен, не сдаюсь. И поэтому сегодня я позвал еще больше своих подписчиков. Я тренировался, смотрел, как забивается, отбивается пенальти. Сегодня я готов сразиться. Соберем 5000 лайков, и мы начинаем наше футбольное пари. Что бы было, если бы Кунка знал, что можно не просто играть в доту, но и делать на этом ставки? Было бы зашибись. Букмекерская компания 1xbet. Сегодня у нас немного другие правила, потому что вы, опять же, будете писать в комментариях, что я набрал людей, которые не умеют бить. И сейчас тех людей, которые бить не умеют, мы сразу отсеем. Их задача просто попасть с этого расстояния в ворота. А, все. Ну, видите, ребят, просто вы в комментариях не писали, что вот, там всех подряд берешь, и, конечно, они, типа, не умеют пинать. Все, сейчас самые сильнейшие останутся, и мне достанется самое сложное. Так, еще один на садик. В общем, ребята, у нас осталось 6 человек. Сейчас они будут пробивать у каждого из них по 3 удара. Посмотрим, кто все-таки станет самым главным сегодня пенальтистом. Ну, а я постараюсь вас не подвести в своей ужасной игре в футбол. Поехали, давайте. Сам.
кстати, ребят, активно веду свой профиль в Smule. В приложении здесь можно петь со своими друзьями, случайными людьми, со знаменитостями. В общем, я уже рассказывал про него. Мне просто понравилось, что у меня уже здесь 6000 подписчиков, и я хочу до 10 добрать, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой аккаунт и пойте со мной песни дуэтом. Вот мой никнейм. По волнам, Павел, по волнам. Все, мы продолжаем смотреть ролик. Так, ребят, смотрите, значит, такая ситуация. У нас 3 человека забили мне по 2 удара. Сейчас будем снова переигрывать, чтобы узнать, кто из них попадает все-таки в финал. Воды, дайте воды, воды, быстро! Пацаны, слабее, что едете там? Один, живи. Я не уверен, что я смогу продолжить сейчас битву. У меня рука просто болит сильно. Тогда призрачу. Скоро, скорее всего, нужно травмпункт в травму. Вы все попали? Не шучу, реально, рука просто раскалывается. Я не знаю, ну, продолжу ли я жить после этого. Не, ну жить ты продолжишь. Жей будет. Да, только немножко не целый. А так продолжишь. Она кость ушла. Ну просто у меня реально очень сильно болит это все. Понимаете, у меня травмы, все. Я сейчас вряд ли смогу продолжить, потому что у меня, ребят, реально... Давай сейчас... Во-первых, у меня болевой шок сейчас. То есть я сейчас не шучу серьезно, это болевой шок. Вот, и у меня сейчас скоро будет еще больнее. Я не смогу продолжить. У меня потому что рука — это самое главное. Гасан встает на ворота. Да. Извини, это его перчатки, это его ворота. Все, у меня рука официально неработоспособна. Давай, Гасан, за меня играешь, за Россию, за Путина. Фух, еле держусь, мне еще голову припекло. Короче, у кого первое место? Слушайте, я бы в тень, можно отойду, мне очень что-то плохо, это... Братан, я здесь. Я просто в тень, что-то напекло. Че, кто, вот кто забрал, расскажите. Забрал наушники, первое место, да, беспроводные? Я второе, очки взял. Угу. Третье место ищет место, забрал штатив, селфи-камеру и все остальное. Четвертое — Гасан. Ну, хотел сказать, чтобы Гасан первый был. Да, давай мне. А у тебя? Ну, в общем-то, ребят, спасибо, что все сегодня пришли. Спасибо, что посмотрели ролик. Я не знаю, в какую камеру говорить. Но на самом деле сегодня действительно случилась проблема, потому что рука у меня, вот, я неправильно там сгруппировал ее. Очень сильно болит. Не знаю, в травмпункт, скорее всего, сейчас поеду. Вот. И плюс, видимо, на фоне всего этого напекло голову и очень сильно головокружение. Я чуть не потерял сознание. Сейчас в тень отошел, вроде полегче стало. Вот, рука как-то у меня хуже стала, как будто бы, ну да ладно. В общем-то, всем спасибо, подписывайтесь на канал, давайте поставим там, сколько хотите лайков, можете написать, какой я плохой игрок футбола, все, как вы любите. Все, всем пока, до новых встреч. Приеду в ваш город, если хотите. Ребят, после съемок пришлось, видимо, до травмпункта ехать сейчас, потому что реально рука просто очень сильно болит, не сгибается, я не знаю, что происходит, серьезно, то есть... Это просто жесть какая-то.